знаешь, кем я хочу быть? Кем? Разведчиком, как папа. Хочу много всего знать, быть сильным и выносливым. Ходить на задания, и у меня будут друзья, тоже разведчики. У нас будут разные крутые штуки, и мы будем ими пользоваться. Мы будем летать на вертолетах и делать взрывы, баба! Ладно, ладно, распрыгался. Ложись. Папа ведь делает взрывы? Ну, не сам, конечно. И разные разведчатые штуки у него есть. Приборы. Да, есть. Мне никто в школе не верит. Папа ведь правда разведчик? Правда. Он ходит на задания и очень много знает. Он сильный и выносливый. У него прекрасные друзья. И куча разных крутых штук. Он летает на вертолетах. И, конечно, делает взрывы. Он настоящий разведчик. Мы детально рассмотрели Землю из космоса, но до конца не знаем, что внутри нее. А ведь почти все, что есть на свете, машины, заводы, дома, создано благодаря таким разведчикам, как папа. Где бы он ни был, сейчас он думает о нас.